Забота о пожилых – важный элемент развития любого общества. Для Беларуси это приоритет социальной политики. В рамках госпрограммы сотрудники Бобруйского ТЦСОНа вместе с МЧС проверяют пожарную безопасность в домах инвалидов и одиноко проживающих. Мы выявляем граждан, нуждающихся в дополнительной социальной поддержке, которые не могут сами себе обеспечить должную пожарную безопасность в квартирах и в своих домах. Список уже сформирован на 2022 год. При выявлении новых нуждающихся граждан дополнительной социальной поддержки формируется список на будущий год. Специалисты проводят беседы и бесплатно устанавливают извещатели. В планах посетить 80 бобруйчан и раздать 132 датчика как в частном секторе, так и в квартирах. 50 горожанам помощь уже оказана. Должен находиться в таком положении. Он по-другому сработает, если, не дай бог, будет дым, очень поздно. Очень поздно. Поэтому допускается над дверным проемом, потому что здесь есть воздухопоток. Позаботиться о своих родных можно и самостоятельно. Маленькая деталь интерьера обойдется не дороже 20 рублей, но убережет от лишних беспокойств и убытков. Приобрести его можно как в специализированном магазине, так и онлайн. На деле все предельно просто. Внутри пластикового корпуса датчик дыма и звуковая сигнализация. Работает извещатель от кроны. Проверить исправность можно нажатием маленькой кнопки. АПИ неоднократно спасал от гибели людей. Буквально две недели назад на Крестьянской громкий звук извещателя вовремя разбудил семью. Практически дотла сгорел дом. Уцелела всего одна комната и кухня. Ущерб серьезный, но куда важнее – жизни. Его важно установить в жилых комнатах своей квартиры для того, чтобы он в случае задымления, появления дыма в квартире мог оповестить громким сигналом и спящего, и тех, кто находится дома. Непотушенная сигарета, оставленный на плите чайник, неисправное зарядное устройство, маленькие искры, из которых рождается большое пламя. Рассчитывать на авось в таких случаях не вариант. Подтверждение тому – 30 пожаров в Бобруйске с начала года. Но с извещателем спокойный сон обеспечен, потому что АПИ не дремлет и не спит. Карина Гуревич, Максим Галенко, Бобруйск, 360.